Начинайте. Я приехал 22 апреля. Заранее мы имели договоренность на операцию по удалению рака предстательной железы. И уже через 3 дня мне была выполнена операция. Через 2 дня я уже ходил, переехал в гостиницу, а через 7 дней мы уже выехали в Анталию и на море купались, загораем. Я считаю, что успех вот данной операции целиком и полностью это заслуга нашего дорогого доктора, профессора Тибета. Мы счастливы, что нам в жизни встретился этот человек. И мы уверены, что его результат труда, он действительно принесет нашей семье счастье, и я буду здоров полностью. Спасибо большое тебе. Спасибо. Thank you. Вы хотите что-то? Да, я хочу сказать, что из всего вот, то, что произошло, значит, с ноября месяца мы вот узнали, что такой диагноз поставлен супругу. И я стала в интернете выбирать клинику. И получилось так, что среди Израиля, Германии, Канады, Америки выбрали именно Турцию. Профессора Тибетбея увидела по интернету фотографию. И полностью я поняла, что надо этому человеку довериться. Потом, когда приехали, действительно поразительно, за неделю вот после операции восстановление моего супруга, это просто удивительно. То есть это высокий уровень, высокое качество медицинских услуг, человеческий подход. И я хочу пожелать вот доктору Тибету, чтобы в жизни у него все сложности, какие бы ни были, жизненные проблемы, они его стороной обходили. Чтобы его дети процветали, чтобы сам профессиональный рост вот такой был. Ну и всегда оставался такой же человечный, добрый, внимательный и активный, как мужчина, и мужской жизненной позиции. Спасибо. 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 Спасибо.